Махаров Егор Михайлович, заведующий кафедрой философии Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, профессор, доктор философских наук, автор более 100 опубликованных научных работ, действительный член Академии социальных наук Российской Федерации и Академии наук Республики Саха-Якутия. Сфера научных интересов – философия общества, истории и человека. Заслуженный деятель науки Республики Саха-Якутия. Добрый день! Сегодня мы с вами будем говорить на тему осмысление, переосмысление истории. Значит, переосмысление вообще в науке – это один из познавательных процессов. Переосмысление той или иной исторической ситуации, тех или иных событий, тех или иных научных положений, открытий и так далее – это в любой науке порядка вещей. Значит, любой, естественная наука, физическая, биологическая, иной. В социально-гуманитарных науках то же самое всегда имеет место переосмысления. Но это ни в какой мере не означает переписывание истории или вообще переиначивание, или отвергнуть, ну, как бы сметать сходу то или иное теоретическое научное положение. В данном случае я имею в виду переосмысление, когда происходит в науке в силу новых научных открытий и происходит в силу исторических условий, когда то или иная концепция, теория всегда в развитии находится, всегда что-то новое появляется. Поэтому всегда процесс уточнения, дополнение в любой науке, в любой концепции – это один из необходимых закономерных процессов научного познания. Ну, скажем, в истории науки Коперниканский переворот, великий Коперниканский переворот, как, значит, все это наше видение всего мироздания перевернуло, вот, и как оказало свое воздействие на все другое остальное. Или, скажем, период возникновения неклассической науки – это XIX век. Там великие открытия, которые произошли в естественно-гуманитарных науках, многие моменты до того были переосмыслены. Когда новые документы появляются, тогда, естественно, конечно, та или иная концепция в какой-то мере переосмысливается, уточняется и так далее. То есть это порядка вещей в научном познании, переосмысление. Вот я оговорился, что переосмысление ни в какой мере не означает вообще переписывание всего того, что уже наработано, то, что сделано. Но, конечно, в процессе этого еще бывают и такие моменты, когда разные подходы, особенно в общественных науках, идеологизация, политизация, каждый раз вносит свою коррективу в то иное положение, в то или иную концепцию, коверкает порой научные истины, показывая в ином свете, вот, может быть, совершенно переворачено 180 градусов общее принятое представление. История – это вечный спор. Или говорят, что историю пишут победители. Я бы добавил, законы тоже пишут победители. Отсюда я уже чувствую то, о чем речь идет. Как, если немножко мысленно переноситься истории России, как раньше, как в наше время и как в будущем, все это будет, российская история будет освещена. Как мы писали раньше истории, раньше старые добрые времена, если скажем, да, советское время. А потом, когда после 90-х, как мы пишем российскую историю, а потом, как мы будем еще дальше, значит, вот здесь есть серьезные, конечно, философские, научные проблемы. Я имею в виду, в прошлом году и в этом году юбилейные события произошли.
скажем, в прошлом году столетие Великой Российской революции. В этом году 200-летие со дня рождения Карла Маркса. Но еще я немножко в двух словах затрону проблему Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Но вы сами чувствуете, вы сами являетесь свидетелями того, что как в современном мире, да и вообще мире, да и у нас в России, проблема истории, как она освещается, какие споры страстные идут, ломаются копья и так далее. Ну вот это здание, вот это, значит, вот парк, который создан именно для того, чтобы показать историю России. История России. Значит, вы, вероятно, здесь были, смотрели, как все это отражено. В отдельных моментах, конечно, истории России, спора здесь много, разные подходы, в частности, у специалистов, не без этого. Но и вообще, как я уже говорил, здесь многое вносит в свою путаницу, очередная политизация, очередная идеологизация. В нашем современном мире, вы знаете, какая идет идеологическая борьба настоящая, информационная война идет, в процессе, конечно, проблемы истории, в частности, истории мира, мировая история, это я еще не затрагиваю, проблема российской истории. Здесь, значит, вот как говорится, поле зрения находится. Ну и, конечно, история Якутии тоже имеет свои, конечно, проблемы. Местами, временами были очень такие яркие, страстные споры, иногда и в наше время. Ну, в плане это научного познания все это идет. Революция 17-го года. Что за события? Вы уже успели почувствовали, наверняка, вы знаете, какие оценки идут, какие понимания революции 17-го года. Что произошло? Кто виноват? И революция это что дала, если дала, вот эти по настоящее время? Вот это, что есть социалистическая революция 17-го года. А дальше что? Социалистическая система идет. Советский Союз, социалистическая система. А дальше, смотрите, 90-е годы, это совершенно современная история. 91-й, это лихие годы, так говорят. 92-й, 93-й. Тоже произошла революция. Итак, 17-й год, две революции. Февраль 17-го года, буржуазно-демократическая революция, результатом является крушение монархии, монархической системы. А октябрь 17-го года, это уже крушение временного правительства, уже установление новой системы, новой власти. Новые большевики пришли к власти. А дальше? Дальше, значит, строительство социализма. Дальше идет гражданская война, строительство социализма. Дальше война, отечественная война 41-45 годов. А потом уже в 90-м году Россия объявляет свой суверенитет. Дальше в 95-м году распад Советского Союза. В 93-м году очередная социальная революция, то есть расстрел парламента, и советская власть перестала существовать. Это тоже была революция. Вот примерно-то вот так, значит, процесс шел. Что есть революция? Революция – это когда революция бывает и в науке, естественно, в культуре, в науке и так далее. То есть это коренной скачок, коренное преобразование, а в обществе есть понятие социальной революции, социальной, когда, значит, вот коренным образом меняется власть и система, общественная система меняется. Только в этом случае мы говорим, значит, социальная революция. Итак, февральская революция 17-го года, скорее, не социальная революция, некий переворот произошел в рамках одной системы, прежней системы. А вот октябрь 17-го года, там уже коренной, уже совсем иная, совершенно другая власть устанавливается. Вот.
и система общественная, политическая совсем другая. Вот это и есть социальные революции. Октябре 1917 года – Октябрьская революция, и октябре 1993 года – следующая, значит, Октябрьская революция получается. Но по характеру они совершенно разные. Это и есть социальная революция. Это всегда с кровопролитием и жертвами захватывается власть. Значит, в октябре 17-го года, тогда временное правительство арестовали вот, штурмом. Значит, вот где-то 7-8 человек погибло, вот, когда значит, большевики захватили власть. А в октябре 93-го года, в октябре 93-го года расстрел парламента, вы сами знаете, жертвы, значит, говорят, 200-300 человек, значит, вот, вот такими жертвами, таким расстрелом, значит, вот другая власть установилась. Это и есть социальная революция. Но в разных формах это происходит. Что есть социализм, что есть капитализм. Нельзя думать, что эти категории уже устарели. Так бы социализм. Значит, вот отрезок времени истории России мы берем. С 17 года по 93 год, скажем, эпоха социализма, эпоха советской власти. А дальше уже, значит, не, значит, другая система пошла. Что дал социализм России и Советскому Союзу? Вот здесь я тоже скажу разные подходы. Есть мнение о том, что иногда говорят, что социализм у нас так такого не было. С моей точки зрения, это не так. Как система была, другой вопрос. Формы социализма, они разные. Мы говорим скандинавский социализм, сейчас мы говорим наш российский социализм, будем говорить китайский социализм. Формы разные, но суть-то сохраняется в целом, значит, вот как система. Так что, с моей точки зрения, безусловно, у нас социализм был. Некоторые говорят, что в 17-м году вообще Россия пошла по совсем по другому пути. Она сбила со своего исторического пути. То, что раньше до 17-го года шла, дошла. Вообще по-другому. Катастрофа произошла, и даже некоторые говорят, что значит, это потерянное время для России после 17-го года до 90-х годов. Потерянное время для России. Если в результате вот этой революции 17-го года я потерял свое богатство, свой сан, или то есть свою сословную должность и так далее, тогда, конечно, я буду против этой такой революции, которая, значит, тогда, значит, имела место. Но если в результате революции я что-то приобрел, тогда мое отношение будет другое. То есть это некий личностной подход. Но еще есть партийный подход, я говорю. Это значит, ну, с точки зрения коммунистов это вполне понятно, это значит добро, это действительно закономерное явление, это благо и тому подобное. А с точки зрения либералов и демократов и так далее, уже это не так, конечно. Это вообще катастрофа, это вообще потеря для России. Это тоже понятно. С партийной точки зрения, я подчеркиваю это, да? Личностное понимание – это одно, партийный подход – это второе. Но еще, я бы сказал, научный подход есть. Научный подход с точки зрения философии истории. Вот если посмотреть общий итог и результат, значит, после 17 по 93 год, это эпоха Советского Союза, эпоха социализма. Что мы имеем в Советский Союз и так далее? Был Советский Союз, дальше социалистический лагерь был, дальше война, победа в войне 45-45 годов. Так. Дальше Советский Союз – это великая научная космическая держава. То есть первый спутник мы запустили. Первым человек вышел, полетел человек и вышел первым, между прочим, космос и так далее. Это Советский Союз, это социализм.
Советский Союз это была великая спортивная держава. Да, здесь мы были действительно впереди планеты. Уступали американцам по легкой атлетике, а по многим другим впереди были. Впереди были. Наш Советский Союз был великая кинематографическая держава. Об этом Шахназар, вот этот выдающийся режиссер, так и говорит каждый раз, вот подчеркивает это дело. Наш Советский Союз это великая военная держава. Великая военная держава, которая паритет тогда Соединенных Штатов Америки смогли обеспечить тогда. Итак, вот эти результаты эпохи социализма, эпохи Советского Союза. Ну, следующая война 1941-1945 года, в каком смысле я хотел бы здесь? Ну, в войне тоже споры. Во-первых, для нас это понятно, что Советский Союз, мы победители. А нет, на Западе считают, что победителем были это Франция и Англия. Так? Еще, значит, если сравнивать жертву Германии и Советского Союза, сравнивая, получается, у нас жертв больше, чем Германии. Получается, и на этой основе даже считают, что Германия чуть ли не победительница в этой войне. Но вот подчеркивание, когда, значит, наша победа, священная этой войне, наша священная победа, здесь уже с точки зрения научной нормы, чисто человеческой этики, здесь принято подчеркивать роль, значит, советского солдата, без слов, народа, роль тыла, роль полководцев. Вот это, как говорится, научная норма. Но когда что-то здесь порой забывается, ну это, конечно, тоже немножко вводят, мне кажется, заблуждение. О социализме. Это новый вектор исторического развития, который в 1917 году был. До этого в истории человечества не было такого вектора социализма. Но у нас 74-5 лет все-таки имело место. И в других странах тоже имело место. Хотя у нас и этого нет. Но этот вектор в наше время существует. Смотрите, Вьетнам. Китай, Куба, Белоруссия, я бы сказал, даже добавил. Вот. Ну и другие, ориентированные на социализм стран. Особенно вот Китай социалистический. Это ключ к пониманию, сегодняшнему пониманию 17-го года. Ну, что касается современной России, когда вопросы будут, я могу. Пожалуйста. Как будет дальше развиваться мировая история? И чем запомнится начало 21 века нашим внукам после всех переосмыслений? Становление многополярного мира идет. Двуполярный мир был, когда, значит, Советский Союз был. Когда распался Советский Союз, остался один полюс. Это во главе с Америкой. Сейчас уже формируются разные другие полюса. Так что особенно вот Китай по экономике вышел на первое место. Теперь для Америки самым, значит, первым врагом является все-таки Китай, а потом уже Россия и так далее. Сегодняшний современный мир – это становление многополярного мира. Игроки новые, которые не точно новые, а вот которые в наше время обрели силу, вышли на первый план и так далее. В этом плане, конечно, не будет такого доминирования, как раньше, со стороны Соединенных Штатов Америки доминирования. Ну, дальнейшее развитие будет основано именно на таком балансе. Россия здесь как, значит, тоже становится на один из таких игроков в этой арене, мировой арене. Безусловно, вот, ну, об этом власть и руководство страны говорит, мы это чувствуем. Конечно, в данном случае тягаться с Америкой в одиночке это уже не получится. Вот. Сегодня Россия всего производство 1,7 мирового дает. Россия. 1,7 мирового дает.
России. Вот. А по производительности и так далее, так значительно мы отстаем других развитых безусловно стран. Но в военном отношении, вот мы, значит, вот вы сами чувствуете, видите, тут уже мы то, что раньше, значит, создана была база, создана, сейчас мы добавили и тому подобное. Здесь уже, как говорится, защита уже в данном случае обеспечена в этом плане. Но здесь вот внутренние проблемы, конечно, России. Но я думаю, что Россия должна здесь, решив внутренние проблемы, действительно быть игроком, один из ведущих игроков на мировой арене. Пока этого не получается, но здесь с Китаем мы, значит, должны, как говорится, дружить, быть. Так что тогда, значит, мы, как говорится, непобедимы. Как вы считаете, какой была бы картина мира, если бы Советский Союз не развалился и существовал на данный момент? Мое глубокое убеждение, Советский Союз, вообще Россия, Советский Союз могли бы, конечно, сделать скачок, именно как Китай сделал скачок. Но этого мы не смогли, свой исторический шанс мы не смогли использовать. Ну, говорят, история сослагательных наклонений не признает, если бы. Но, тем не менее, я иногда допускаю, какой шанс. Наука, между прочим, наука есть такой момент. Анализ с точки зрения энергетики, значит, разные варианты рассмотреть, что значит в 17-м году, какие, значит, силы боролись, какие, значит, были соотношения сил. Потом в 90-е годы, когда какие силы, какое соотношение было, имело место. Но там, значит, вот вполне можно выявить, какие аттрактор, которые, какие, значит, силовые точки, которые не смогли проявить себя. Вот это нужно для анализа будущего развития России. В этом плане, только в этом плане, я говорю, если бы Советский Союз по-другому тогда, значит, вел, мы могли бы скачок сделать значительно лучше, чем Китай, даже, я бы сказал. Раньше, чем Китай, и лучше, чем Китай. Как сегодня преподается история в школах, в университетах? И как вы считаете, Егор Михайлович, отличается ли подача тех или иных событий в Советском Союзе от нынешней подачи? Чтобы ответить на ваш вопрос, это профессиональный. Вот, я в школе, да и в вузе не преподаю историю, не преподаю. Так что там в каком объеме, что и так далее, я не могу сказать. Но просто догадываюсь, конечно, то, что вот сегодня я вам говорил, не совсем, может быть, четко, не совсем глубоко, научно преподносится. Для интереса Москвы я полистал такую толстую книгу, которую я под руководством Юрия Петрова, директора Института российской истории, где вот они написали: «Исчерпывающая история России с древнейших времен». Так и называется у них такая толстая вещь. Для интереса я полистал. Мне интересно было, как там, на какие разделы, как, что. Так. Ну, там, конечно, переосмысление я чувствовал, безусловно. Вот. Нет такого оголтелого до недавнего времени, которое отрицание того, что, значит, было и тому подобное. Вот. Сейчас уже действительно идет в этом смысле определенное переосмысление в новых условиях наших, нынешних новых условиях. Поскольку становимся чуть поумнее, хотя задним числом, но тем не менее, отказаться от того, что было добро, конечно, ни в коем случае нельзя. Вот мы переворшили, вероятно, здесь, уже осознаем, я начинаю так думать, у меня это осознаем. Надо действительно остановиться, и действительно надо вот с точки зрения науки. Вот если переосмыслить, то противостояние со стороны Соединенных Штатов против Советского Союза было скорее не политическое, а именно экономическое. Ведь, допустим, вот я смотрел Фурцева, лекции Фурцева,
Андрея, по-моему, Васильевича, я не помню. Это помощника, да, вы, да, имеете, да, в виду президента, да? Да, ага. И вот его смотрел, он говорил, то, что до Рейгана бюджет Соединенных Штатов всегда был в дефиците, и только при распаде Советского Союза он поимел префицит. Мне так, ну, так, не кажется ли вам, что действительно было больше со стороны Америки противостояние не сколько политическое, а сколько экономическое? Ну, политическими они нас просто задавили изнутри. Да, с одной стороны, противостояние систем, разных систем, капитализма, социализма, значит, имело место и имеет место. Это один из моментов противостояния. Но еще помимо этого, естественно, есть экономические, военные противостояния, борьба за сферу влияния. Если независимо от того, скажем, если я капиталист, то если вы социалист, как говорится, за социализм, но в борьбе за сферу влияния, если вы со мной союзник будете, тогда мы союзники. То есть в этом плане вполне можно, тоже они могут и быть в единстве. Кроме политических, еще есть вот сугубо экономические, военные и иные, то есть борьба за, ну, и идеологические, и религиозные, за сферу влияния. То есть вот это переплетение, исключительное переплетение. Мы сейчас говорим, значит, вот расизм говорим, да, терроризм говорим, русофобия мы говорим разные, национализм мы говорим. Вот эти моменты, они переплетены очень тесно, порой трудно их расчленить, трудно на первый план выходит. Но так или иначе, на определенном этапе исторического развития та или иная страна выходит на первый план. Может быть, религиозный фактор может быть, выйти вперед, или российский фактор может выйти вперед, то, что мы сегодня понимаем, скажем, в Сирии, или относительно вот религиозной конфронтации, связанной с этим, Украина, которые события произошли. То есть та или иная может быть на первый план выходит. Но во всяком случае все это взаимно переплетено. Вообще наука обязана все это держать на пульсе и как что все происходит, в каком что направлении все это развивается. Тем для выработки стратегии и тому подобное. Россия должна действительно основательно в своей стратегии в будущем, значит, проработать, по-настоящему проработать. Пока, значит, у нас эти разные внутренние проблемы, которые не решают, трудные вопросы, значит, не отпускают нас как-то вот. Но при всем том, значит, у нас должна быть своя концепция цивилизационного развития, которая не повторяет, не дублирует западную, восточную, капиталистическую, социалистическую. Это моя концепция. Я стою на этом. Своим коллегам научной общественности так я предложил. И мне говорят, у меня есть предложение, давайте философская общественность, давайте возьмем сейчас разработку цивилизационной модели России. С теми, чтобы, как раньше, как это мы делаем, западную, как перенести в таком виде. Но западное, положительное, ценное надо взять. А Восток, что показывает сейчас, вот какой, значит, вот Юго-Восточная Азия, значит, разворот в какой-то мере Россия сделала, но ценности восточные тоже, вот, но и капиталистические, но и социалистические ценности, которые мы пытаемся все это забыть и тому подобное. Кстати, председатель Конституционного суда Зоркин недавно в своей статье так и сказал. Нам надо возродить те солидаристские мировоззрения, ценности, которые погребены под обломками социализма. Надо их возродить, эти ценности, а не так дальше уже топтать, понимаете, и так далее. Вот, все это мобилизуя, я бы сказал, если Россия сделает вот такую цивилизационную такую модель и в этом направлении будет двигаться, мое глубокое убеждение, будет еще лучше, я бы сказал. Сейчас в социальных сетях и в СМИ обсуждается вопрос по переименованию площади Орджоникидзе на площадь Аюнского.
А вот ваше мнение? Мне кажется, нет в этом необходимости. Нет необходимости, во-первых. Военского и так у нас много. Так, много. Театр есть, памятник мы поставили. И в Улусе, и везде. Так что тут, мне кажется, переваривать тоже нельзя. В этом смысле. Это один момент. Второй момент. Ну, почему против Орджоникидзе? Ну, Таюнский, Орджоникидзе, это же коммунисты. Те же люди, которые боролись за советскую власть. Вот. Тогда в чем разница-то? Можно было понять, что Орджоникидзе как коммуниста его не хотят. Но ведь Оинский тоже коммунист, еще каким коммунистом? Вот. И получается что? В чем тут дело? Национальный момент, что ли? Или еще что? Но ведь если взять, разобраться там Орджоникидзе, хотя коммунист, но он в свое время создан. Петровский, Орджоникидзе, Ярославский, другие, которые здесь были, очень много сделали. Я бы сказал, формирование Амосова, Аюнского и других, Марахова и так далее, огромную роль они играли. Да и потом, когда они деятелями стали, вот это названные, да, там, значит, возвращаясь в Москве, они оттуда поддерживали этих наших деятелей, поддерживали. Так что в этом отношении, я бы сказал, да, роль Орджоникидзе, я думаю, можно вполне положительно оценить, так? Другое дело, если был бы каким-то он террористом или глобарезом, вот. Бывает и так, когда вот по недоумении такие названия улицам иногда и дают. А Орджоникидзе ситуация другая. Поэтому я просто не вижу тут какой-то необходимости. Но это история наша, да. Не зря же все, стараться все это переписывать, понимаете. Вот. Но это моя точка зрения. На ваш вопрос я так ответил. Сейчас вот такая сложная международная обстановка. В отношении России ведется определенная политика, которую мы все видим. Да? Вот вы, как специалист, как человек, много изучавший вот эти вот глобальные проблемы, проблемы глобализации и так далее, какие бы, может быть, вы дали универсальные советы, может быть, да, нашим политикам, может быть, будущим поколениям о том, как мы должны вообще жить для того, чтобы сохранить наше государство, наши позиции в мире. Какие уроки мы должны вынести из прошлого? По столетию Великой Русской революции, я так называю, две революции я соединяю, некий компромиссный вариант. Буржуазная демократическая февральская и социалистическая октябрьская 17-я. Великая Русская революция. Со временем, через некоторое время, Россия, русский народ будут гордиться именно Великой Русской революцией 17-го года, тем, чтобы в истории человечества они новый вектор исторического развития открыли, имея в виду социализм, который вот в Китае торжествует и так далее. Ну, в историческом плане там белых пятен в истории, сугубо в историческом плане, наверняка много этой истории. Но каковы урок истории? Вот о чем должна была и речь идти. То есть урок и революции 17-го года, почему именно допущена была, кто виноват, вот такая, значит, социальная революция. А в наше время как? Тоже люди говорят, боятся революции. Будет революция. От войны боятся, да? Так стало бы, что надо делать, чтобы избежать войны? Избежать революции. Тогда надо взглянуть в историю. Уроки надо. Что было? Что допущено тогда? Что не учтено? А в наше время то же самое анализируют современные ситуации. Надо было вот это посмотреть глубже, вот проанализировать сегодняшний наш, избежать, чтобы не было вот этой революции. Разработка новой цивилизационной концепции. Вот здесь в осмыслении всех этих проблем, с тем, чтобы правильно вектор, значит, угадать,
выбрать нашего дальнейшего развития. Вот это, мне кажется, перед научной общественностью вот эта задача стоит. Благодарю вас за встречу, за хорошие вопросы, которые мне заставили задуматься. Ну и далее это дало возможность мне даже лишний повод, чтобы свое сказать. Спасибо.